Всем привет! В общем, приготовили мы с вами закваску, и что же с ней делать дальше? Все на самом деле очень просто. Хранится закваска просто в холодильнике и замечательно себя чувствует при неплотно закрытой крышке, либо просто сделайте дырочку в крышке, для того, чтобы она могла дышать. Теперь есть несколько вариантов, собственно, два. Закваску можно либо восстанавливать, либо пользоваться ей сразу. Если вы печете не часто и вы просто хотите раз там в неделю или в две поэкспериментировать и приготовить какой-то очень интересный хлебушек или выпечку, то вам есть смысл хранить эту закваску только как стартер и потом ставить на ней опару на ночь. Или если вы печете часто, то тогда нужно просто этой закваски вам хранить в большем количестве. У меня это хранится на где-то 3 четверти от пол-литровой баночки. Это вполне достаточно для того, чтобы испечь хлебушек, подкормить закваску и испечь хлебушек опять через 2 дня. То есть эта закваска уже будет опять готова через 2 дня. Но если вы печете не часто, тогда нужно закваску восстановить и точнее сделать ее в большем количестве. Поставить опару. Мы берем, у меня это пропорции такие, 50 грамм уже готовой закваски. Добавляем туда 50 грамм водички комнатной температуры, либо чуть-чуть теплее, и 50 грамм муки. И это уже будет у нас восстановление закваски и, собственно, поставить эту опару на 10-12 часов и утром уже печь. После этого закваску нужно подкормить, и подкармливать ее нужно будет раз в неделю, если вы не совсем не пользовались. Либо если вы использовали ее и у вас осталась часть закваски, вы добавляете в нее в равных пропорциях по весу воды и муки. Это у нас будет называться закваска 100% влажности, то есть там в разных пропорциях вода и мука. Опять получается у нас такая сметанная масса, я бы сказала. Вот, очень быстро она после этого обратно активизируется. Уже через 2 дня на этой закваске можно будет что-то новенькое испечь. Следующий хлебушек у меня будет ржаной, потом луковый. Вот в следующем видео вам обязательно покажу, будет у нас луковый хлеб. Очень вкусный, со шпинатом, безумный. Делается очень просто. Обязательно попробуйте. А с вами был Кекс. До новых встреч!